Добрый день всем! Сегодня 31 декабря 2023 год. Вот так выглядит мой лимон. Сделала воздушное черенкование. Сорт лимона очень хороший. Называется чайный лимон. Ароматный, очень такой аромат прямо настоящий, вот цитрусовый аромат. Этот у меня роза, вот цветет. Этот лимон у меня в горшках растет. Вот одновременно вот цветет. Так что лимон можно и в горшках сажать, дома вырастет. В горшках тоже очень хорошо плоды дают. Вот даже у меня вот это большое дерево, столько на нем вот плода лимона имеется. И также вот самый верхний вот ветках у меня она еще цветет. Сейчас достать показать не могу. Ну, сверху его видно, что там еще одновременно цветет. Этот у меня геран. Тоже вот начало цвести. Этот у меня фикус. Она у меня в горшках была. Горшок маленький стал. Все корни его запутались. Вот я его пересадила в грунт под навесом. Очень прямо... Листочки его похорошили, позеленели, живые стали. Оказывается, фикус в грунте еще лучше растет, чем в горшках. Периодически его опрыскиваю, удобряю раз в месяц. Вот. Она даже в горшках, в грунтах лучше растет, оказывается. Вот, если хотите, чтобы ветка... Вообще высокая, вот этот фикус росла. Все веточки нужно по бокам, которые растут, отрезать. Вот я хотела, чтобы оно у меня как кустик был. Я поэтому вот макушки вот отрезала. И по бокам вот выросли новые черенки. Вот фикус, лимон. Очень хорошо черенковать можно, размножать можно разным способом. Этот у меня королевский геран. Но она зимой не цветет. Вообще этот цвет очень капризнее, чем тот простой геран. Цветет только летом. И сильно жару тоже не любит. Капризнее вот этот цвет, чем вот обыкновенный геран. А этот у меня вот петрушка посадила. Сверху я со стебли с ножницами отрезаю, она с корни еще растет. Вот, очень люблю возиться с растениями. Разные, чтобы у меня были растения. Все. Лимон тоже, между прочим, очень хорошо черенкуется. Если кому-то вот нравится, доставайте черенки. Можно в воде укоранить, можно в грунт, можно вот разным способом можно. Даже вот покупайте вот лимон, если в магазинах. Вот там веточка есть, если эту веточку тоже может вот дома укоранить. Иметь дома свой лимонный дерево. Все, желаю вам всем здоровья, красоты и всего вам доброго.